Номер нам, значит, не прокачали. Стандарт дали. Вид из окна на полутехническую дорогу. Пошли, покажу. Ни моря, ни, собственно, ни гор. Это кто у нас такой уверенный отель? Это отель Кирман Белазур. Да, мы уже пожили целые сутки здесь и набрали много, накопили для вас и для нас много информации, которой, конечно, поделимся с вами. Забегая вперед, скажу, кормят вкусно, по напиткам все хорошо. И, ну, действительно, отель в себе уверен и даже непривычно в наше время приехать в такой отель. Обычно же блогеров облизывают. Конечно. А тут вот тена. Ну что у нас? Две кровати. Мирохина, наш с Машей. Очень мягкая кровать. Я сегодня спала, как убитая в этом номере. И мне нравится номер. А, мы живем в 8-м корпусе. Это корпус построили год назад. И поэтому здесь свежий ремонт. Что, видимо, показали. Мини-бар. Мы же все показываем. Мини-бар хороший. Все самое основное тут было. Да, основного уже нету. Колы и этого. Пиво. Пиво, кола, чипсы, какая-то шоколадка. Вода, чай, все есть. Номер просторный. Мы втроем здесь спокойненько помещаемся. Но кровать могла бы чуть побольше, вот этот размер. Есть место для чемоданов, есть место, где поработать. По розеткам все хорошо. Здесь пара розеток. Там розетка, там розетка, там розетка. В общем, даже если у вас куча приборов с собой, вам будет куда воткнуться. И в том числе даже сюда. Место для чемоданов мы положили там, там один шкаф. Ну, сейф в шкафу из интересного, это, наверное, халаты, да, были, по-моему? Да, халаты есть даже в сезон. Тапочки были. И знаете, самое что интересное, здесь нет большого зеркала. Говоря об этом выпуске, этот выпуск будет снят утром, сейчас утро. Сколько времени-то? Время 8:30. И снимем еще днем. Ну, когда все будет работать. Чтобы вам территорию, так сказать, увидеть в двух форматах. Ну и, конечно же, ждем комментариев по поводу того, что показываем срач в номере. Раковина, вы все видели. Необычно сделан душ по современным стандартам, когда нет общей двери. То есть отдельная дверь у туалета. И там санузел. Да. Странная дверь. С детьми, конечно, не очень удобно, с маленькими. Что ни дверь не закрывается, ни замков нету. Ну что, заряжаем тапки на обзор территории. Мы выходим в корпус. У нас 8-й корпус, номер, в котором мы проживаем, 8013. Корпус находится не так, чтобы прям близко к главному корпусу, но и недалеко. Да, нормально. Но проходить приходится через улицу, только через нее. Нету связанных каких-то мостов. И он последний. В общем-то, последний построенный корпус. Да, вот так выглядит наш несколькоэтажный корпус. Даже не знаю, сколько этажей здесь. Угу. Ну, мы живем на первом и ходим везде пешком. Да, по расположению на самом деле хорошо у нас все по корпусу. Потому что вот уже главный корпус. Мы как ходим к нему. Если мы обернемся, там уже конец территории, смысла туда проходить нету. По правую руку несколько наших, да, корпусов. Да, по левую руку вот наши еще какой-то. Вон они город-то есть здесь. Да, сейчас мы проходим также через мостик между корпусами. К слову говоря, между этими корпусами можно, в принципе-то, перемещаться даже во время дождей, потому что есть скрытые переходы. Например, из нашего корпуса можно вон туда пройти и переместиться в лобби. Все равно кусочек через улицу придется идти. И вот здесь клевая ступенька, мы думали, что за ступенька. Но там можно пройти с коляской с той стороны. И мы уже сразу попадаем на террасу лобби-бара. И она, кстати, очень уютная здесь. Красивые навесы в виде сот, крыша выполнена с искусственными цветами. Да, одна из красивейших зон этого отеля. К слову говоря, по уютным частям, по уютным зонам отеля, где можно посидеть, не так-то тут и богато. Очень вот. Уютно. Но вечером прям пепельница сплошная была, все курили, сидели здесь. Хорошее место, чтобы какой-то более-менее общий, да, план подсказать. Почему? Потому что, в принципе, всю планировку и весь отель видно. Вот эта прямая дорога, она идет куда? На море. Да, на самый пирс упираешься, и пирсов у нас, по-моему, целых... Один? Да. А пальцев у меня стояло два. И на одном из пирсов даже бар. Мы сегодня дойдем до туда. Так, справа у нас терраса главного ресторана. Мы сейчас туда спустимся, завтрак посмотрим. И жевать ничего не будем, мы уже позавтракали, опять же, забегая вперед. Ну что, вспомним формат одного
дубля, да, который, судя по просмотрам, вам полюбился. Бежать мы не будем, музыку громко вставлять не будем. Да. Еще хотел немножко рассказать про отель. Отель года два назад проходил глобальную реновацию, причем вся сетка их проходила. Добавляли концепции, сделали максимально детское ее, значит, в номере детям предоставляют. Давай и немножко мебель новая. Прерву тебя, да. Потому что вижу бар. Не знаю, к чему уж готовиться. И красивые напитки с начинкой даже. Перед нами тележка. Эта тележка днем на самом деле не так пусто выглядит. Она заполнена полностью напитками. И дяденька, который сейчас находится за баром, да, миксолог, бармен, он эти напитки предлагает по территории. Есть пиво в бутылках, Бек, Стубарг, Карлсберг и вроде бы все, да? Газировка вся в стеклянных тарах. Что... Да, кола бутылочная маленькая. По-моему, еще один отель, вот, в котором мы были, где также предлагалась бутылочка, в маленьких бутылках кола. Напитки. По напиткам. Давайте посмотрим. Наверное, вот отсюда. По напиткам у нас Ballantines. Это то, что я здесь потребляю. Chivas. Кто-то Red Label. Chivas есть, да? Chivas, Ballantines, Jim Beam, Jack Daniels разных сортов. Водка Абсолют, Гавана Клаб, Текила, Альмека. Ну, основной здесь Бейлис оригинальный, мартини трех видов, все это есть основное. Да. И очень много коктейлей, здесь прям миксологи в тренде, и в каждом баре вам могут приготовить. Как понять, что есть миксолог или нет, тут наборы для миксологии стоят. Горелки разные, всякие палочки. Это значит, здесь будет вам приготовить коктейль. Вчера в одном баре я просила Блуди Мэри, не было томатного сока, они потом принесли и сделали. Выжили из помидор, да? Да? Я видел, как они ногами странно движение делали. Такая вот шутка пришла. Мы находимся на ресепшене. Мне нравится, что можно с лобби на первый этаж практически по прямой лестнице, особенно сейчас это ощутимо, спуститься сразу на улицу. И... Мы сейчас спустились на ground floor, и здесь на самом деле много чего интересного есть. Помимо ресторана, спа, магазинов, еще и выход на улицу. А мы пошли сейчас на... Да. Завтрак? Я тут периодически блуждаю, и в том числе и по ресторану. И интересно наблюдать, как путаются тоже другие люди. Я хотела обратить внимание на то, что лифт центральный идет в лобби, а с боков это уже другие лифты, которые по корпусам. Да. Ну, вы все равно не... У вас все равно не получится хотя бы разок не уехать. Ну, у вас все равно не получится. Главный ресторан? Да, и по пути есть парикмахерская, кстати, востребованная, там есть люди. Ресторан огромный, очень много посадочных мест. Часть из них утром не работает, но вечером открывает все. А для тех ребят, кто любит, там, знаешь, без 15:07 прийти, пока еще ресторан закрыт, и постоять возле ресторана, так для них сделали мягкие места, можно посидеть и не создавать позорную очередь. Этой очереди в 7 утра не будет, потому что ресторан работает круглосуточно. В ресторан может зайти как налево, так и направо. Мы в основном направо. Потому что если да, все направо. Проходим, да. И нас встречает самая, наверное, желанная вывеска с надписью «Seafood». И под ней мы видим нарезанные фрукты, потому что у нас завтрак. Вчера в обед были нарезаны стейки тунца, стейки красной рыбы, и мы здесь даже умудрились заказать medium rare, и все получилось. Но пришлось бдить, чтобы дожарили. Ее жарили на углях сначала, а потом уже на гриле доводили. Ну, мы на углях только попросили, что там сделали. Да. Показывай еду, я не буду мешать. Главный ресторан разделен, конечно, на зону выдачи, и здесь их прям островами понаделали. Очень-очень много и очень разнообразная еда преподнесена. И я даже не знаю, просто гора здесь террас и залов. Ты можешь ходить и где-нибудь да найдешь себе место, как правило, все пустое. Да, что же, от слов к делу. Не только немножко отличается от других отелей, хотя бы подача. И очень разнообразно, и что немаловажно, очень вкусно готовят. Булки. Мы что, булки смотрим? Короче, это остров с булками. Пойдемте, тут тоже булки. Но это совпадение, потому что действительно очень вкусно кормят. Интересные холодильники, да, там говядина нарезанная лежит. Яйцевая омлетная зона.
что у нас? Здесь продолжение омлетов и... А что, омлет еще готовят по заказу? Да. Просто готовят? Омлеты готовят еще из составляющих, которые вы желаете. Вновь яйца в формате глазуни. Рис с молоком, манная каша, там гречневая отварная, просто отварная каша. Каша тоже есть для детей. Для вас прякают пончики разные. Здесь у нас остров с нарезанными фруктами, сухими завтраками и налитыми йогуртами. Прям вот по кругу. Халва тут же тоже лежит. А здесь бочонки оливки. С оливками, прям как на рынке стоят, разных видов. И с чесноком, и нарезанные, и с чем там еще. И странная осетровая икра здесь затесалась, да? Идем дальше. Нарезанные овощи, зелень. Овощи в ненарезанном виде. Это же помидорки черри. Зовем его остров свежести. Да. Слева от нас вновь готовят омлет. Ну да, на утро обычно там паста покажем. Они готовят макароны сами здесь. Прям при вас катают. Макароны. Да, макароны-хаты. И там горячая еда была. И есть менемен очень вкусный. В этом отеле он очень вкусный. Кто любит менемен, рекомендую. На самом деле, по завтраку, ну, вот все как везде. Красной рыбы сегодня не было. Завтра, не знаю, будет или нет. Слева вкусные арбузы, вкусные дыни. Свежевыжатые соки, причем разные, морковные, апельсиновые, еще какой-то зеленый. Прям тут делают. И опять же слева сыры. Сыры обычные. Там терраса одна. Дальше мы... Наверное, первая, да, выходим на первую террасу, которая... Внутренний дворик называется. Ну, я ее так назвала. Да. Не сказать, что фантастически уютная. Мы больше предпочитаем на другую выходить. Давайте покажем. Ну, поскольку снимаем одним кадром, стараемся по максимуму не вырезать. Если уж какой-нибудь не ляпнем ерунду, да? Это детский угол. Детское питание в различных вариантах. Это йогурты, соки детские, кефир, да, овощные пирожки, вафли, печенье. Опять же, обратите внимание, сколько здесь зон посадочных. И все разделено. Вот мы как по лабиринтам ходим туда-сюда, обратно. Вот налево можно уйти, там тоже есть зал. Сейчас мы находимся в одном из залов. И та самая терраса, которая нам полюбилась, да, она находится здесь. Это уличная терраса. Мы наблюдаем, откуда дует ветер, с той стороны или с этой, потому что на террасе можно курить в одной из частей. И просто нужно сесть правильно, чтобы на тебя не дуло. А там лобби-бар, как раз терраса, мимо которой, с которой мы спускались сюда. Да. А сейчас мы идем уже на саму территорию. Вчера, пока изучали отель, много чего нового открылось. Здесь поесть, я говорила, уже можно 24/7. Много снэк-баров. Еще есть как минимум 2 на улице в обед. Этот ресторан работает практически всегда. Есть места в отеле, где можно попить нормального кофе. И сейчас как раз мимо него пройдем. И судя по времени, пройдем действительно мимо. Наверняка она не работает, да, еще? Не, работает. Работает? Да. А прекрасно. В главном здании 2 бара основных. Один, оказывается, работает не только до вечера, 12 часов, а вот на первом, на граунд-флоре этаже, как раз-таки бар работает 24/7. И там можно кофе попить в любое время. Вообще бары здесь каждые 30 метров. Да, я лично ходил с рулеткой, она у нас 30-метровая, поэтому мы довольно точно замерили эту информацию. Слева одна парикмахерская, как видим, что востребованная. Безумно рад владелец парикмахерской, да? Ну да, у нее хорошая. Не в каждом отеле парикмахерская востребована. Еще слева от нас Моджо Диско,
Скорее всего. Я не знаю, работает в зимнее время этот отель или не работает. А, не знаю. Если работает, то, скорее всего, как раз дискотеки проходят там. Идем мимо магазинов, и слева как раз тот бар, про который я говорила, и он работает. Да, здесь тоже есть Балантайнс, бутылочное пиво. Он находится, конечно, далековато от пляжа, но чтобы в лобби бар не ходить, можно как раз до сюда дойти. Здесь кофе, неспрессо, вот, выбираешь себе, тебе его готовят. Да, а я думал, что за цветные конфетки лежат в кондитерской? Дети просто взяли мячики и пошли. Мы были на террасе, которая выходит из главного ресторана, вышли сзади и выдвинулись на улицу. Слева от нас спа-зона, мы туда не будем заходить, просто скажем, что полотенце берут там. Прямо на секунду. Здесь есть бассейн, который работает даже не сезон, он работает. Да. Тот самый бассейн, там выход на тренажерный зал. В общем, тренажерный зал, ну, среднеиздельный, да, на 6 из 10. Тренажеров не так много, большой набор гантелей там есть, установка со штангой. И давай на центральную улицу, то все время нас на технические тянет. Поменьше людей, да. Бармен работает, в другом отеле раньше он был. А что у нас по составляющей в плане людей в отеле? Европейцы. В основном, да. Очень много ребят из Германии. Мало, редко встречаются российские голоса, русскоязычные. А если есть, то, скорее всего, тоже из Германии? Да. Поэтому, как показывает практика, на какие-то шоу даже можно не рассчитывать интересные. Ну что, музыка будет интернациональная. Да. Но мы вчера не ходили, мы устали, пошли спать, поэтому шоу пока мы их не видели. Но есть и живая музыка вечером на втором этаже. Ну, в основном мертвая, потому что колонки просто убитые везде. Все, уйди, это уже. Да, друзья, сегодня у нас 5 октября. Время 9 утра. Бассейн еще пока. Даже смотри, Жуков, сколько свободных в 9 утра. Да. Это, наверное, из плюсов, потому что действительно лежаки везде есть свободные, не так много разбросанных полотенец, которыми позанимали все вокруг. Поэтому звуковцы не будем включать традиционный на нашем канале. Здесь их немного. Слева голландец, пиратский голландец, который обливает детишек, и если взрослые попали под раздачу водой сверху, можно покататься. Опять же, если ты ребенок. Также там готовят гизлемет, мы все покажем днем. Перед нами второй ярус этого отеля. Я его как-то не замечал сразу. Маша говорит: вон, смотри, там можно бухнуть, там можно в зоне 16+ отдохнуть. И действительно, там вечером проходит тоже полуживая музыка. Не дожили до нее. Да, и ну, на самом деле интересно. Мы это покажем позже, во втором выпуске, что там происходит, потому что сейчас пока ничего не работает. Задумка такая, кто промотал, задумка такая. Мы сейчас снимаем утренний вайб. Мы молодые, мы можем использовать слово вайб. Слева от нас как раз, к слову, о молодости. Утром, то есть сейчас мы снимаем утреннюю обстановку и атмосферу. Потом снимем обед и ужин. А где-то в середине дня, когда все будет работать, звучать, журчать, издавать звуки, мы тоже пройдемся и снимем уже активную атмосферу. Что касается детского клуба. Сыну очень понравился, он ее увидел, сказал: хочу туда, и там часто находится. И уже нашел себе друзей. В общем, клуб хороший. Да. По сыну ориентируемся, клуб хороший. Слева снэк-бар, который покажем днем. Снэк-бар – бомба, ребята. Вообще, что касаемо питания, давно я не ел, во-первых, вкусную, качественную, хорошо приготовленную говядину. Действительно, вот, я очень питанием. Чуть ли вот не лучшее питание, наверное, как ты считаешь? Ну, после летних на ЖПС, конечно, здесь лучшее питание. Лучшая, очень хорошая обработка всего, ну, мяса в первую очередь. С левой стороны сцена,
Здесь есть старое и новое. Старое какое-то полузаброшенное, вот новое. А это еще не успели забросить. Да. Ну, все равно видно, что оборудование это... Ну, может быть, они поменяют. Ну да, потому что до сих пор... Это немалые затраты. Есть уютные беседки с непонятными тыквами. Да. Тыквенный декор. Я вот в Телеграме в сториках выложил. Еще один аквапарк. Огромный. Да, вчера сын тоже развлекался там. Но лежаков здесь свободных не было вчера, один только нашли. Казалось бы, на небольшую территорию они собрали все. И, ну, были такие отели, кто так делал, но здесь это весьма умело сделали, потому что каждая зона работает, ну, без каких-то скидок, что ли, работает на полную катушку. Если это снэк улица, ну, где паста, пицца, то там зарядили, так зарядили. Если это бар, то он заряжен в том числе там джиби напитком. А мы подходим еще к одному бару. Sailor Beach называется. Да. И что здесь? Здесь и бар, и еда, и как а-ля-карт чем работает. С легкой руки наши ноги мы дошли до пляжной части. И... Как вы видите, здесь песок очень мелкий, приятный. Море спокойное, волн практически нету. Фиксированные навесы, вкопанные в землю, не позволят сдвигать их, чтобы вы оказались под солнцем, да? А, говоря о дне, что ли, или как? Ну, о том дне, да. О морском дне. Не о дне сегодняшнем. А, оно хорошее, комфортное и... С мелкими камушками едва-едва тревожащими поверхность ноги. В общем... Песочный вход, море чистое, спокойное. Есть огромный пирс, есть где можно спуститься с пирса. Поэтому... На пирсе бар. В общем, именно с того бара мы начнем свежий следующий выпуск. Напишите, зашел вам этот выпуск или не зашел. Мы надеемся, что все-таки зайдет. Как мы любой... скоро увидимся. Да. Спасибо, что досмотрели до этой части, до этого конца. Хорошего вам настроения. И вот вам немного музыки. Мне в любом случае, я выключал, включал, по идее, не так долго.